Пен Ли Юань, жена председателя КНР Си Цзиньпина, побывала в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где ее встретила генеральный директор организации Одри Азулай. Вместе они осмотрели выставку, посвященную результатам сотрудничества между Китаем и ЮНЕСКО. Пен Ли Юань, которая является специальным посланником ЮНЕСКО по развитию образования девочек и женщин, рассказала коллегам об успехах Поднебесной в этой области. В частности, о проекте «Весенний бутон» общенациональной кампании по возвращению за парты бросивших учебу девочек и развитию образования в бедных районах. «Сегодня все больше женщин Поднебесной налаживают свою жизнь благодаря полученному образованию», подчеркнула первая леди страны. Она отметила, что этот процесс тесно связан с социальным прогрессом и общим будущим человечества. Китайская сторона готова работать с ЮНЕСКО, чтобы стимулировать увеличение глобальных инвестиций в образование девочек и женщин, заявила Пен Ли Юань. «Это поможет им получить равный доступ к правам на образование», — добавила она. Супруга Си Цзиньпина подарила ЮНЕСКО гобелен, созданный участниками нацпроекта «Весенний бутон». В свою очередь, глава организации высоко оценила работу Пен Ли Юань в качестве спецпосланника и вручила ей почетную грамоту. Одри Азулай выразила готовность и в дальнейшем укреплять обмены и сотрудничество с Китаем.